Блажен человек, который переносит искушение. Ну и как дела с ремонтом? Все непросто. Купер! У некоторых мест есть характер, и иногда он испорченный. Как там маленький хулиган? Поздоровайся с папой. Нужна действительно сильная рука, чтобы все исправить. Особенность этого дома в том, что он пробуждает самое плохое в людях. Жуть, конечно. Что это такое? Обещай молчать о том, что произошло вчера ночью. Тебе надо валить отсюда. Что это? Где? Привет, милый. То, что ты натворил здесь, ужасно. Я волновалась. Хватит! Ты поможешь мне? Нет! Ну что, Дон, ты теперь счастливый обладатель... Черт! Дома в Портсмите с дурной репутацией. Некоторым женщинам не нравится, когда их часто достают. Чтобы я тебя здесь больше не видел. С домами та же история. Нет! Прошу, не надо! Хочешь совет? Увози свою семью как можно дальше отсюда. Проклятый дом 2.